Все, смотрим. Ты реально готова раздеться? Это что такое, блядь? Намазать свою пятую точку капсикамом просто потому, что скучно, я верно понимаю? Привет, меня зовут Ева. Ебать, что нахуй? Я приехала на шоу Игоря Габара, чтобы понять, на что я способна. Я занимаюсь татуировками уже достаточно много лет. Также я зубной техник. Зубной нахуй техник. А чё не губной? Всем привет, меня зовут Катя. Я работаю няней. Пришла, чтобы посмотреть, на что я способна. И ты, она будет с жопой совой что-то делать, няня? Удобно. И болейте за меня. Чё она вокруг стола ходит? Меня зовут Диана, спряталась, я буду короткая. Ой, бля. Слушай, это будет жесткий выпуск, судя по всему. Пришла, чтобы победить. А он собрал здесь. Габар, ты чё? Здравствуйте, меня зовут Юля, мне 47 лет. Я пришла посмотреть, что я не могу. Так, чья мать? Скорая помощь? Ну, она тут самая адекватная, судя по всему, и, наверное, самая первая отсюда вылетит. Всем привет, я Лиза, я серийный чиллер, и мы живем один раз, и почему... Кто? Почему бы не попробовать... Кто? ...тебя здесь. Кто? Еще раз. А ёп! Чиллер? Всем привет, я Лиза, я серийный чиллер, и... Серийный чиллер. Мы живем один раз, и почему бы не попробовать себя Ой, здесь? Ой, сука! Ты же уже выходила, блядь. А! Это другая. Привет всем, меня зовут Кристина, друзья меня называют Кульнара. Я по приколу пришла вообще. А, ну ладно. Я прошу каждого из вас определиться прямо сейчас, за кого вы болеете. И напишите... Я нахуй ни за кого не болею, ну нахер. Я каждый из вас желаю удачи. Учитывая, что мы находимся полностью в медицинской тематике, все задания будут связаны... Ну, которые слева. С татуировкой. Медициной. Сейчас довольно позитивное настроение. Но дальше... Позитивное. Спустя 8, 10... 14 часов съемки. Да давай уже не тяни время, заебав. И отрезать себе волосы. О, блядь, стоп. Ты не сможешь взять так, вот эти мать ножницы так. И отрезать себе волосы под корень. Нихуя себе, жестко, блядь. Просто в самом начале уже волосы отрезать. Так реквизит же нельзя использовать вначале. Можно. Так это свой. Да, свой можно. У нас реквизита на столе нет. А все, что с собой принесли, можно использовать. Да ладно. Нормально, мать. Ну да, меня серьезно. Отец в Азербайджан отправит. Самое смешное, что у нее отец даже не азербайджанец. Я ладно, я слабое звено. Нет, да. Че, все? Не могу, блядь, тёлки. Меня реально в Азербайджан отправят. Я же потом себя нарою. Какой Азербайджан? Нахуй ты вообще на шоу Габара пришла тогда? Я их не понимаю. У меня сейчас все деньги уйдут на протез матери, блядь, не на волосы. У меня маме ногу ампутировали. Окей, ладно, тогда понял. Если я в натуре сейчас стригу волосы, я раз... Каждую, блядь. Ой. Не знаете, на с кем связывать. Ой. То есть я мстительная. Ой-ой. Ребята. Ой. Ты что, завелась? Это прямо Ой. Сейчас заявка на победу. Скриньте. У нас здесь совершенно случайно. Есть условия. Смотри, блядь, у нее ножницы в руке. Габар, блядь. То последний выпуск будем смотреть. Профессионального барбера. Я волосы растила 14 лет. Дороги. Охуеть. А я вот башню отрастил за 4 месяца, и чё? Обратно. Нет. Ой, бля. Не, ну парик можно носить какое-то время. Я только на кератине делала. В этой жизни столько говна схавала. Это же просто волосы. Пиздец, из-за такой мелочи. Чтоб понимали, 30 тысяч рублей или меньше. Или 10 тысяч.
Сука. Десять? Я сделала. Не, ну нормально вообще-то. Я думал, там прям налысо. Это. Скажи, что это? Да, блядь, даже лучше стал. Для тебя лично стоило. У меня типа детская травма есть. Давай. Моя мать в детстве меня всегда коротко стригла. А. И то, что сейчас произошло, мне прям детство напомнило. Тяжелая. Ну ты красотка, давай опять. Молодец. Меня батя тоже стриг, я помню. Денег не было на парикмахера. Просто дома сел на табуретку, и он меня, блядь, машинкой электрической вот так вот просто под ноль. Как в армии. Причем как попало, знаете, просто так. Порой я бывало пару раз, когда вот возле уха начинает стричь, и оно прям ухо так хоба. Просто кусок мяса так отрывает эта машинка ебаная, блядь. И все, понимаешь, ты потом ходишь с таким порванным ухом. Ну нормально, че. Да, ладно. Короче. Понимаешь, мое детство это сплошное шоу Габара. Да-да, только мне за это еще пиздюлей просто давали. Чего, перчики? 100% не острые. Это уже лучше. Ты не сможешь. Я смог. Блять, какие 10, меня сейчас на атомы расколит. Почему? Выпить этот соус, вкусывая зеленым перцем. Зеленым? Время, я думаю, будет неплохо. За минуту. Вот хуйня. Хуйня. Тем более перец какой-то зеленый. Чего в нем такого? Каждую серию одно и то же? Ну, не совсем. Да, как бы повторяются некоторые. А, подожди, выпейте еще плюс перец. Ребят, судя по всему, шоу «Пацанки» реально не постанова. Я понял. Баль-да-да! Ой, ты крутая! Одна из участниц недавно умерла. Она умерла потом. А, это про нее было написано? Так, минутку, у нас сейчас 10-я минута. Приносим свои соболезнования родным и близким, ушедшей из жизни Дианы. Покойся с миром. А причина? Надеюсь, не из-за этого? Она жива. Какой, блядь, фейк? Чё нахуй, Габар по приколу, что ли, ее похоронил? В смысле фейк? Это написано в видосе Габара. Она инициировала. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чё с ней? Что-то она как-то переигрывает, случае, как будто бы. Я сомневаюсь, что ты это делала дома. Нет. Но просто думаю, что она блеванула? Да. А у тебя больше вариантов. Она блеванула? Раз, два. Поехали. Почему у нее красный перец? То есть зеленый был. Я что-то не понял. Нет. Кайра, спасибо. 30 секунд. Не, ну тут... Да ладно, она вылетит, серьезно. Она вообще как будто бы... 4. Ничего не почувствовал. Я работал со многими пацанками. Я каждый раз думал, постанова или не постанова. И я вам скажу, что девчонки, которые сидят за этим столом,
которые не участвовали в каких-то медийных проектах, оказались сильнее тебя. Пока. Ну, значит, так должно было быть. Дальше хуже. Зато я цела, с волосами, при своей курточке, и выхожу довольная. Ну и ладно. Да ёбаный. Я желаю каждой из вас удачи по-прежнему. Игра меняет свое направление, и участница, которая выбила прошлую участницу, начинает. О, сука! Ты не сможешь съесть опарышей. Корсточку берешь, сколько можешь, будь прожевываешь, так. Глотаешь. Давайте ускорим немного, потому что, скорее всего... Поехали! Время загадано не было. Да, банально. Я не ограничила ее. Хоть с опилками. Можно ускорить. Собраться и убивать своих соперников. Ерунда. Я смогла это сделать. Ой, блядь. Ой, это класс. Ты не сможешь съесть это. Это класс. Фу, блядь, что это? Ребята, мама в игре. За 10 минут. 10 минут. Это вообще сожрать невозможно, по-моему. Я в тебя верю. Это нереально, это нереально. Не тебе. Все, минус мать. Она тоже не сможет. Их, потому что никто из нас. Никто из наших зрителей, никто из сидящих за столом не знает, как на вкус реснички и зрачки. Нет, я не смогу это сделать. Что? Я рыгану, и я проиграю. Ты понимаешь, что человек, правильно, который не попробовал, правильно, является самым слабейшим звеном? Я понимаю, как мне будет, когда я буду есть глаз. А не попробовав, ты вообще не узнаешь. Вкусней просто. Нет, я не смогу это сделать. А теперь расскажи свои мысли. Ну, я просто думаю, хватит ли 10 минут. Уверен, что это просто до хрена. Мне кажется, и 5 хватит. Не знаю. Раз, два, поехали! Сука! Мать, ты чё, бля, ебанутая, что ли? Она как будто каждый день эту хрень ест. Что? Оно же сырое? Оно сырое? Ты за сколько глаз ел? Да не за сколько. А я, думаю, я бы не смог это сожрать, я бы блеванул просто. Потому что, во-первых, оно не жуется, и это не прожевать вообще никак. Ты что, ты кусками глотать будешь? Фу, блядь. Прошла минута. Фу, сука. Я даже не знаю, как это комментировать, это ужасно. Мне кажется, самое такое неприятное будет это глаз, потому что его надо раскусить. Фу, блядь. Я накинулась. Меня аж тошнит. Реально, три чуть-чуть. 3 минуты, еще 7 минут. Прям неприятное ощущение время в животе, не то чтобы тошнит, фу, блядь. Пиздец. Она как первобытный человек, тупо. Фу, она брови или ресницу жрет. 5 минут 30 секунд. Блять! Не провоцируй! Я вот тоже думаю. Фу! Это пиздец!
Она сожрала глаз. Она реально смогла это сделать? Я не зря! Вот в начале, когда сказали, за кого болеешь, я знал. Не, ну она, наверное, не сможет все-таки, блядь. Ну давай. А, подожди, так она еще... А что там валяется в тарелке? Фу, блин. Не, она отсюда... Блядь, нет, только нет, только не это. Блядь. А, там глаз, она его не съела. Сука! Я не могу поверить, что ради каких-то 10 тысяч они все это делают. Она не сможет. Ой, бля. Да покажи. Да я боюсь это показывать даже на Твиче, в принципе. Это пиздец. Фу, сука. Фу, блядь. Фу, блядь. Фу, блядь. Ну давай. Ну что, ты зря это все ела, что ли? Теперь придется это как-то проглотить. Я не знаю. Главное не подавиться. Ой, 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 бля. Ой, бля. 8 минут 30 секунд. Просто глотай. Собира, собралась! Давай! Собралась! Ребята, ребята, у меня нет слов. Итак, ребята, 8 минут 50 секунд. Да, сука, не рвется никак. Попробуй глотать, а 30 секунд. 30 секунд, блядь. 30 секунд, 30 секунд, ребята, внимание. Нет, не нет, пальцем, нет. Просто силой воли, давай. Нет. Это пиздец. Это самое жесткое, что я когда-либо видел... У Габара. В плане еды. В плане того, чтобы что-то схавать и проглотить. Мы сколько выпусков смотрели? Здесь прям совсем пиздец. Это прям вообще пиздец. No comments. Да. А! Я же говорила, глотай! Я смогла. Самое необычное то, что вроде бы два очевидных фаворита. Фу, бля. Вы были сразу. Ты проиграла. Слушайте, ну опять ты животных притащил. Вот зачем? Это пиздец. Это пиздец. Проведи свои игры, Габар. Да нет, спасибо. Здесь сидят две финалистки и две абсолютно лишние персоны. Игра продолжается, меняет свое направление, новый реквизит, и мы продолжаем. Паста для шугаринга. Скорее всего, ты ее убьешь. Ты не сможешь нанести это на голову, выдержать то количество времени, которое указано в инструкции. Блять, это минус волосы, да? А потом смыть. Да уже пух. Мне уже терять нечего. Оно не произойдет, его надо разогревать, да. Ребятки. Ты можешь просто на голову это положить. Выни все и положи. Че, она реально? Ты любое количество могу нанести, да? Конечно, будешь, да. Итак, паста для шугаринга. Ребят. Че, блядь? А, это бесполезно. А что с этим делать? Ничего, просто пускай остается. Пускай будет, да? Просто мы нанесли все. Любое количество... А нахуя она сюда нанесла? То есть там же не обговаривалось, какое количество и получается на какую часть головы. Просто на волосы она могла бы вот сюда. Или сзади. А она просто по центру и как бы самое такое неподходящее место. Ты не сможешь. Что это? Что это? Съесть. Это рыбий жир, пузырь получается. Здесь. Че это? За 2 минуты. О, а что это такое? Погнали. Рыбий... Засекайте 2 минуты. Кишки? Рыбий раз, кишки? Раз, два, поехали. Типа они какие-то противные, наверное, очень, да? Бля, как будто презерватив. Слушайте, ну, по-моему, это не так ужасно. А в чем проблема?
ты не сможешь. Что вы мне там кидаете, блядь, заебали нахуй. Ты не сможешь. Давайте, а я смогу. Объективности нет. Раньше была, сейчас уже все. Это хуйня полная. Это очень крутые капли, они прям раз... А мне прям всю банку выпили? Нет, 60 капель. Чё это? Чего это? Как бы у многих из вас испанский... Виагра. Стыд, а это испанский полет. Чего? Я смогла это сделать. И ты не... В смысле виагра для баб? А как это работает? Сможешь. Но... Раздеться. У нее что-то должно встать. И намазать себя вот этой мазью капсикам. 60 капель это немного в таком случае? Там же дозировка должна быть какая-то. Давай не все тело, не все, а давай жопу намажь. А ты готова сама раздеться догола? Конечно, да это изи самое. А можно вопрос? Да. Ты когда шла, ты мужу говорила, куда ты пошла? И он что? Типа возбуждение, а это не наебалово? Типа это что, реально работает? Мне казалось, что это какое-то наебалово. Ну, скажем, не очень радовалась моей отправке. Прямо сейчас ты реально готова раздеться. Да работа, а вы пробовали, да? Кучатик кухиос. Мамочки, кстати, ничего такие. Особенно медсестричка. Я бы ей отлизал по пачку. Оу. И, кстати, машин Генкелебаза. Особенно его последние два альбома. И до муравей. Спасибо, Rockstar, за 120 рублей. Намазать свою пятую точку капсикамом просто потому, что скучно, я верно? А чё Габар инвалидом стал? Чё случилось-то? Капсикам это что? Понимаю. Знакомое чё-то. Блядь. Слушайте, я не буду смотреть это где-то в теге, нет. Не. Это пиздец. Ну что, мы продолжаем. Вот ну как говорят, да, вот в тихом омуте черти, сука, водятся. Секунду хотя бы, было стыдно. Вот она когда пришла, она среди всех, кто здесь сидит, эти участницы... Самая такая, ну типа, простая. Казалось, что она первой вылетит. А я тогда сказал вначале, она ебанутая, блядь. Скорее всего, я ставлю на нее, нахуй. Сделать себе румянец на щеках. Как ты смотришь? Вообще по кайфу, блядь. Он видос дропает мне сразу. Давай смотреть. Давай. Зеленкой. Крупненький. Я смогу это сделать. Охуенно. Я смогла это сделать. Пиздец. Итак, прямо сейчас ты вытаскиваешь задание себе. Бодификация. Чё? Бодификация? Соболезную её мужу. Аноним, спасибо. А ты уверен, что у нее муж есть? Боди-модификация. Согласиться на то, что твои соски превратятся в сердца. Чего, блядь? Да, я смогу это сделать. Ребят, чего? Это два самых потрясающих мастера. Габар Тату прямо сейчас накинутся на эту красотку. Ой! Блядь! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Блядь! Самое слышите? Больное, наверное, место, короче, которое было, это вот тут вот возле ногтя. Все. Это, я считаю, то, что это самое легкое, что мы это не увидим все равно. Это может быть и больно, но мне на боль пофиг. Типа, боль это не так страшно, как что-то другое. Не да все похуй. Люблю татуировки, красиво. Ой, блядь, нахуй.
Смогла ли бы я это сделать? Я уже сижу в шугаринге, полулысой, в зеленке. Похавала перца, конечно, смогла бы. Очень. Я это сделала. Там цензура. У Габары бывает такая хуйня, что у него эта цензура иногда работает очень криво. Однажды уже так было. Повезло, не забанили. Но, как-то я помню, смотрел видео, цензура, вся хуйня. А там, оказывается, на секундочку сиська промелькнула. Ну чё, продолжаем татухи? Ты не сможешь набить себе хэмполком то, что я тебе нарисую. Место чё? Будет вот это вот. Чё? Я смогу это сделать. Заебали, блядь, своими бустями, цензурами и прочей херней. Чё она там делает? Где рисует? Что рисует? Во... Короче, когда ты будешь бить, ты вот так вот рукой растягивай себе кожу. Давай я тебе покажу. Ну давай. Одну букву мне... сделаю. Бля. Ой-ой-ой. Что мы смотрим, я не понимаю. Что мы смотрим? А Вова кончил, а? Вот представьте, ебало я аудитории пришел, братишкина. Но... Они пришли а сюда и видят вот без это. Без воды. Да блять, что там такое? Я смогла это сделать. Ура. Ты не сможешь съесть вот этот полисорб, не запивая, просто съесть его. Ой, давай бля. Мне 10. 10 минут. Хуеть там банка здоровая. Съесть. Но ей бы этот полисорб не помешал. После того, что она схавала, нельзя? Полный бак полисорба. Полный бак. Это нереально. Мне кажется, она все может. Раз. А это можно? Два. Не, реально. Передоза не будет? Поехали. Это ж реально нереально. Оно все улетает. Во-первых, оно очень вяжет. Во-вторых, оно разлетается. В-третьих, оно невесомое. Минута. Так, стопэ. Я придумала. Зачем она пытается? Если она откажется, то будет делать она. А она точно не сможет. Ну, способ, как можно его съесть. Да нахуя ты это делаешь-то? О! Габар говорил про мужа, у которой раздевалась тип, как он относится к коту, что она тут. А, окей, понял. Это точно безопасно? Две минуты! Она могла... Ладно, окей. 3 минуты 20 секунд. Не вариант, она тоже не съест за 10 минут. Да. Засыпать не вариант, я задыхаться начинаю. Я это не зачитываю. Это все мимо, это все потом не найти. Ну ладно. Смотри внимательно. Такое количество разброса я не допускаю. Твоя надежда очень проста. То, что она не сможет это сделать. 10. Да, она не сможет это сделать. И все, гг. Минут. Раз. Вот тоже, блядь, дала задание и не подумала даже. Окей, а сама-то она выполнит, сука. Два, просто. Три. И в итоге начнет. А, не, смотрите, не то же самое. Она плюнула туда. И в своей харче хочет, соответственно, это все перемешать. И... Ладно. Не, ну это ей придется сидеть плевать, я не знаю, сколько, весь день. А не проще взять банку, нассать туда? Плевани туда. Плевани туда! Отлично! Я много времени. Думай. Думайте. Ты чё, блять, она реально туда блевануть пытается? Охуеть! Это что вообще? Блять! Она пытается блевануть в полисорб, чтобы его сожрать с блевотиной. Чё она там? Вы можете плюнуть? Да, да, да.
А кто там кашляет, блядь, я не понимаю. Кому там плохо? Она попросила плюнуть других? Просто пиздец. Ребята, держитесь, держитесь. Тебе нужно уже начинает накидываться. Держите. 5 минут 40 секунд. Бля, 5 минут месит эту хуйню. Там сейчас, блядь, пельмени состряпают с полисорба. Минут. Бля. А что изменилось-то? Давай, а оно ж все равно таким же осталось, блядь. Просто теперь там куча харчков, блядь. Я не знаю, как на это еще реагировать. Давай, но давай, давай, пытается. Давай, она давай, не давай, сможет 50. Фу, блядь. Она просто, она напрасно это делает. Просто, типа, еще и со слюнями чужими. Да не, не, я не смогу. Блядь. Я не смогу их. 9 минут. Осталось одна. Я же говорил, носы в банку. Было бы куда проще. Нассать в банку. Реально же рабочая тема. Я что, блядь, по-вашему, шутил? Я безумно боюсь за парней, которые окажутся в финале. Пока. Фу, блядь. Остался ровно один раунд до финала. Здесь и сейчас сидят два финалиста. И один из них... лишний. Я желаю вам удачи. Очень минимум комментариев от меня. Только надежда на себя. Поехали. Ты не сможешь сбрить брови одноразовым станком, а сверху на лбу нарисовать удивленный перманентным маркером. Чего, блядь? Конечно. Поехали. Знаешь, почему я так хочу? Почему? На перманентном. Чего? А рисовать мне на своих бровях? У нее и так и перманентные брови. Охуенно. Удивленные и, ну, такие, полноценные. Ладно. Тогда это легко. Я смогла это сделать. Фермач. На бровей. Раздеваешься полностью. Ой. И танцуешь так, чтобы, ну, всем понравилось. Ее же батя отправит на родину. Вот за это точно. Поэтому она, скорее всего, откажется. Ты, тут... ты будешь раздеваться? Реально? Да. Азербайджанская семья. Ты уверена в этом? А что мне делать? Я уже и так полулысая. Мне уже настолько просто вот прям по... Я столько... перетерпела. Я сделаю. Ебало, батя подставили. Блять, нет, 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 нет. Она мне жмет сиськах уже, блять. Давай, поднимай руки вверх. Давай, ебать. Это не стриптиз, ты просто ходишь и рассказываешь. Я смогла это сделать. Я сказала уже, что когда мне отрежут волосы, я разъеб всех. То есть я ты, пойду до конца. Ты уже победительница. Так, и я придумал? Не могу заверять это, то, что я победительница, но я приложу все усилия, чтобы... Да, ну, давай тогда действуй. Ты не сможешь. Съесть живую змею или что ты хочешь сейчас предложить? Съесть лук. Лук. За 2 минуты. Она глаз съела, господи, сырой. Я почистить смогу? Да. Раз, два, поехали. Сорок секунд.
Я понимаю, что лук это жесткая херня, но я думаю, что он... Бля, времени-то мало. Которую мама мочь нахуй. Ну, бля, ну должна смочь. Давайте ускорим темп. Люда, 20, давай! Бля, ты что, не сможешь? Давайте, ребят, за маму болеем. Да ладно, она не сможет. Она не сможет. Она не сможет. Безумнейшим поражением. Пиздец, она глаз сожрала, а лук не смогла. Да. Минута 40. Ну ты прям красотка, давай. Ладно. Поблажек нет. Минута 52. Пиздец. Ребят, прямо сейчас мы узнаем финалиста игр. А она сможет, скорее всего, Габана, да? Габана 6 сезона. Раз, два, поля! Тут очень мало времени просто, вот в чем проблема. Она на халате, а ты на... Ебать, как яблочко живет просто. Ага. Да ладно, съела? Бля, мать, ну ты расстроила, пиздец. А я на нее ставку делал. Минута 20, осталось 40 секунд. Я внимателен, я справедлив, я безжалостен. Все? Бля, минус мать. Минута 40. Да жуй быстрее. Я смогла это делать. Я хочу твоему мужу официально передать привет. У тебя потрясающая и бесстрашная жена. Ты яркий пример того человека, ради которого я все это изобретал. Спасибо. Не, ну она жесткая была, это правда. И с легкой паникой. Ой, блядь, а что сейчас будет? Представить вам человека, которого вы и так прекрасно знаете. Мариат Мухина. Основательница клиники Оригитея. Человек, который сделал меня таким, какой я есть. Ой-ой-ой. Что? Аранзамза. Алло? Алло? Алло. Братан, ты как-то так записал сообщение свое голосовое, что его не слышно просто. Sorry. Спасибо за 120 рублей. Бля, сколько пройдено? Сколько пройдено? Такого не было вообще нигде. Такие видео даже не найти. Да это ладно. Японская процедура. Мы что? Будем делать бобль. Чё? Ай, блядь, что это? Ай! Ай, блядь! Ай, блядь! Я не знаю, как это смотреть. Кожа от вашей черепной коробки прямо сейчас начнет отрываться. Ну, Габар очень утрирует, это новый взгляд. Ебай, Габар, ты охуел утрировать так жестко, блядь. Кожа отрываться от черепной коробки, она... Взгляд на эстетику. Японцы это делают для красоты. Охуеть, красиво. Те кадры, что я сейчас увидел, конечно, красотень вообще, аж встал. На самом деле, там произойдет просто что? Накопление физрастворчика, совершенно безопасная процедура. А нахуя это нужно? В плане каком, что, например, что вот если мы в медицине не находим человеку вены, мы можем вставить в ткани. Обычно третий глаз, он же бублик на лице, вдувается до определенного размера. Мы этот размер не будем каким-то образом контролировать. Мы это будем делать до тех пор, пока кто-то из вас не скажет стоп. Пиздец. А если лопнет? Что за бред вообще? Я считаю, знаете, что надо сделать? Вовремя сказать нет. Да ладно! Ты хочешь сказать нет? Вовремя. Я считаю, что блядь, какие-то модификации с лицом для меня это немного неприемлемо, потому что я работаю с людьми и... Что, блядь, ты говоришь про модификации с лицом и что это неприемлемо, нахуй?
А что с ебалом? Как бы мне более важно сохранить лицо, потому что у меня... Ладно. Не так много свободного времени, чтобы ждать, пока бублик рассосется. Вот. Ну и, в общем, Он там долго рассасывается? В принципе, получила то, что я хотела. Я пришла сюда за эмоциями. Удивлена, насколько тут... Она откажется, то есть мы этого не увидим. Интересные. Что ты сюда? Ну так а что она? Она выиграла автоматически, разве нет? Я попробую. А нахуя пробовать, если та уже отказалась? Нет соперничества, в чем смысл тогда? Прошла через столько. Я не понимаю. Чтобы доказать себе, уже порицание родителей от всех получено. Но в нашей игре, чтобы дойти до конца... Она должна сделать или проиграть? Надо это сделать. Так а что, а сколько она теперь должна сделать? Кому ты... Выполнить это как? А? До какого момента? Я не понимаю просто. Да чё, блядь, с голосовыми-то нахуй? По-моему, один и тот же человек донатит, но разные никнеймы. Потому что предыдущий голосовой 33 секунды, это 33 секунды. И не работает. Что-то мне кажется, кто-то меня пытается подставить, нахуй, банворды накидать, но только не получается. Пытаешься что-то доказать? Себе. Точно ли? Или все-таки родителям? Себе. Я знаю, что мне будет больно, неприятно, но он рассосется в течение двух недель. Ладно, я уже лишилась того, что мне было дорого. Волосы. Люди уверяют, что это происходит из-за денег. Ей деньги вообще не нужны. Нужны ли ей эмоции? Вот уже нет. Как ей не нужны деньги? Чем ты это делаешь? Я не знаю. Хочу разъебать тех, кто будет в финале. Это процедура, которую никогда раньше не делали в России. И я думаю, что абсолютно справедливо в данной ситуации, когда один финалист... Никогда не делали в России. Мы будем делать эту процедуру до... Голосовый донат работает, я проверил. Охуеть, а у меня нет. До момента, когда я захочу, а не... Не донатьте голосовые. Не надо. Так, внимание. Вдох, выдох. Папина гордость сегодня придет. Я боюсь это показывать, сори. На лбу. В этом и есть. Ой, блядь. Ой, блядь. Нормально. Я не буду. Без блюра. Тут блюр, да? А, ну тут цензура. Нет, очень больно. Это такой раз. Ну, физраствор, он немножко щиплет. Ай. 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 У меня потом голову кружить начинает. Ай. Да? Ай. Да. Ай. Да, вот, видите, уже вот этот вот надувается. Ой, блядь. Видите, да, но там есть такое, это же активная точка, да, у нас надувается. Надувается, да. Как больно. Я думаю, это примерно минут 40. Забанится такое, да, тут цензура. Но я все равно не показываю, я все равно типа стараюсь, да. Окей. Ну, это медицинская процедура. Оттирание, как будто от черепной коробки, сдавливает виски. Ау. И это... Ну, я не просто так пришла. Я иду до конца. Блять. Я в финале. Если надо сидеть час, значит сидим час. Час! Я в этой жизни все равно уже столько говна видала. Час! Ну, мать меня еб... Час. Мать била. Нет. Все детство. Коста она мне говорила, лучше бы я бор сделала. Ладно, похуй. А сейчас общаетесь? С мамой? Да. Так ей ногу ампутировали, я живу с ней. Получается, что она была вашим тренером. А еще и ногу там ампутировали. Вашим тренером. Ну вот, который готовил вас ко всем трудностям жизни, и сейчас вы смогли дойти до финала. Каким трудностям? То, что она меня просто бросала, она кидала меня на бабку с дедушкой, и все. Я, по сути, всегда сама за себя. Ну, вы же так теперь не будете поступать с вашими детьми, вы улучшите энергию рода. Кого? Такой пиздец его не устроило, конечно. Это сегодня, это пиздец, а не выпуск. Я просто доказала сама себе, что я могу все, если захочу. Я предлагаю поддержать в комментариях, во-первых. Под серией будет соцсеть каждого участника. Просто в личку напишите слово поддержки. Это будет очень круто. Это очень важно. Несмотря на все ссоры, она стала эгоистичной очень. Я уверен, что все, что мы делаем, это люди, которые изранены. И ровно такие же люди смотрят это. Да, конечно, такие же. Он мочать себя от сеток. Я тебя умоляю, просто не переживай об этом. Фу, блядь. Это Мариано, врач ебанутая, ей нравится количество людей. Чего нахуй? Есть какая-то вещь, Агабар не ебанутый? В жизни жалеешь.
Марта. Мариано, блядь. Что? Что? Я родилась. Тоже родился. Вытаскиваем мы. Вытаскиваем мы. Точно. Вытаскиваем 100%. Как такое ты можешь вообще говорить? Фу, блядь. Ребят, человек, во-первых, просто своим словом «да» доказал, что он готов пойти на все, что угодно. Он терпел боль и, ну, раскрыл нам, что такое потаенное, может быть, о чем мы не должны были все знать, а теперь это вытащили? Узнают миллионы. Ой, фу, сука. Во-вторых, и сам факт процедуры не есть факт процедуры. Просто чтобы залупить себе какую-то шишку, а реально смелость просто сказать «да». Ведь фактически ты просто в неизвестность бросилась. Деньги, которые ничего не стоят, но являются билетом в финал, где ты будешь биться за 300 тысяч рублей. Ты огромная красотка. 10к. Да? В принципе, мне нечего добавить. Я не ожидала от себя, что я переступлю через себя и сделаю то, что я не хотела. Что там было? Просто габар мне... Ей в лоб иглу нахуй вставили вот так вот. И накачивали лоб какой-то хуйней, жидкостью, я не знаю, или чем. Вначале сказал то, что были заполнены 200 заявок, да, другие 262 заявки, которые люди реально пришли бы я... Какой F нахуй? Какой F, блять, у меня все вообще замечательно. Какой F, все нахуй. Думала про себя, чем я хуже. Я дошла до конца. Сквозь... Да все, давай то, что я не хотела делать. Потому что первый. Те же самые волосы для меня были дорогие, потому что я раздевалась, это тоже дизморально. Но я еще доказала сама себе, потому что я себе могу на больше, если я захочу это. Так что видимся в финале, ребят. Охуеть. Но жестко. Жестко. В финал попали самые какие-то прям... Мне даже представить страшно, что в финале будет.